стыдно. Стыдно быть русским. Никогда не думал, что подобная фраза может прийти в голову. Ведь нам с детства прививали гордость за свою страну. Сначала за Советский Союз, потом за Россию. Мы всегда знали, что быть русским – это значит иметь честь и достоинство, быть благородным и миролюбивым. Нас всегда учили тому, что русский – не агрессор, и мы, русские, никогда не нападаем первыми. Мы, русские, всегда считали себя старшим братом, готовым в любой момент протянуть руку помощи братским славянским народам. Так было. Так было, пока в нашей братской руке не оказался нож, который мы воткнули в спину украинскому народу. И все. Мир перевернулся. Система ценностей, воспитания, мировоззрения. Все рухнуло. Ведь как может уложиться в голове словосочетание «русские оккупационные войска», «русская оккупация Украины»? Как можно смириться с ложью Путина? Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. Как могут русские офицеры в Крыму, русские офицеры, брать в заложники семьи украинских солдат? Как русские офицеры могут воевать с украинцами, выставляя живым щитом перед собой женщин и детей? Как все это возможно? Мы ведь русские. Но теперь фразу «я русский» можно говорить только шепотом. Я стыжусь. Мне стыдно, что я русский. Спасибо, Владимир Владимирович. Пускай попробует кто-то из числа военнослужащих стрелять в своих людей, за которыми мы будем стоять сзади, не впереди, а сзади. Пускай они попробуют стрелять в женщин и детей. Мы привыкли ругать америкосов, а теперь постепенно привыкаем ругать и хохлов. Хотя втайне попросту завидуем и тем, и другим. А все потому, что Путин боится. Ведь на Украине случилась настоящая революция. Путин увидел в свободном и несгибаемом украинском духе угрозу для своего режима. И тогда включилась чудовищная по своим размахам машина лжи для дискредитации украинской революции. Путин сделал из нас, русских, стадо тупых свиней. Чем фантастичнее ложь о событиях на Украине, тем легче большинство из нас, русских, верит путинской пропаганде. И в конце концов, Путин добился своего. Мы, русские, считаем украинцев своими врагами. Нас убедили в том, что мифические бандеровцы – это массовая реальность на Украине. Стыдно быть русским. Ведь если нам по телевизору скажут, что во Львове едят на завтрак русских младенцев, то мы в России поверим даже в это. Вова, Путин, хватит врать! Львов ждет тебя! А тем временем наша страна скатывается в пропасть настоящего фашизма. Мы не скрываем своего расизма и нетерпимости к инородцам и с удовольствием носим свастику, приписывая ей славянские корни. А наш президент идет еще дальше. Владимир Путин напрямую заимствует стратегию внешней политики и даже речи Адольфа Гитлера, а русская пропаганда проходит в лучших традициях Йозефа Геббельса. Путин затеял настоящую войну с Украиной. Хотя мы, русские, не верим в это, ведь по телевизору нам об этом не сказали. Российских войск в Крыму нет абсолютно. Это заявление Минобороны, министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Для нас Путин герой, собиратель земель русских. Нам и в голову не придет, что Владимир Владимирович затеял войну для того, чтобы мы никогда больше не задумывались о том, сколько он украл. Стыдно быть русским. Стыдно за нищую страну, которая по сути является лишь большой заправкой. Стыдно покупать зерно в Китае, имея миллионы гектар брошенной пашни. Стыдно иметь сотни тысяч беспризорников в мирное время. Почему? Ну, только один же президент. Ну, типа короля. Что такое? У него есть власть. Что он не может ничего сделать? Стыдно за разрушенные заводы и повсеместное исконно русское воровство. Стыдно, когда понятия чести и достоинства у нас, русских, утратили всякий смысл. А если бы слово «честь» что-то значило для нашего президента, то как настоящий офицер, Путин должен был бы застрелиться уже после Норд-Оста. И тогда у России, возможно, был бы шанс. Ну а пока стыдно. Стыдно быть русским.
Mm-hmm.